3 октября 2021 года. Я завтракаю. Навожу порядки среди обуви. Уже осень наступила, надо бы что-то уже теплое доставать. Вот ботиночки, кроссовки, которые, ну, то тапки домашние. Вот, свои джинсовые чуники вот там подклеила, потому что вот тут как-то на виду как дырочка. Оно вроде бы как все в дырочках, но там явная дырочка. Так, остальное, что я делаю? Остальную обувь мою. Вот беру, мою, он прямо щеткой. Беру, намыливаю и чухаю, 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 вымываю. Вот что-то так мою. А что-то у меня вот помытое вообще сушится. Вот. Кроссовочки постирала. Вот, стелечки попыталась подстирывать. Вот. Так что вот чем я занимаюсь. Рылась в своих закромах, нашла вот такая вот у меня сумка. Когда-то была очень-очень любимая. Это как бы зимний вариант. Летом я, конечно, с ней не хожу. А она вот меховая, мех. И вот такой вот опушкой была отделана. И тут блестящая вот такая вот штучка. Тут молния, вот карманчик открывается. Сумочка хорошая. Но вот этот мех уже похож на бродячую собаку. Поэтому я ее начала переделывать. Вот оно и с одной стороны, и с другой стороны вот было. Тут распорола, и вот уже вот эту вот собаку драную я выпорола. Вот с этой стороны уже вот такой она имеет вид. Постирать ее, конечно, еще надо. И вот тут была какая-то такая типа брошки, тоже с мехом. Я начала отдирать. Оно, конечно, не отдирается. Там была такая, как вот эта бубочка, и вокруг мех. Но я начала отрывать, оно тут остатки клея, так что сюда надо будет какую-то другую брошечку, что-то прицепить, чтобы вот эти остатки клея заклеить. Ну, постирать, потому что тут тоже было вот так вот, как вот это вот тут вот блестящая штучка. Вот точно так же с этой стороны было как декоративно пришито вот так вот. Вот оно же видно, белый след остался. Поэтому я ее сейчас перешью, потом постираю. Ну, такой вот у меня как бы вот зимний вариант, такая вот сумочка меховая. Ну, только без вот этого, я же говорю, без вот этой собачатины. Вот это вот еще занимаюсь тем, что я сейчас вот это сижу выпарываю, вот отпорола. Сейчас еще вот это буду все потихонечку отпарывать. Ну и вот эта блестящая ленточка тоже мне не нужна. А сама сумка хорошая. Она получается очень удобная. Ручки еще целые, абсолютно целые, вообще нигде не затертые. То есть абсолютно хорошая сумочка. Вот так вот застегивается. И в нее еще то, что там застегнулось центральное отделение, а у нее тут по бокам, вот так вот на магнитике, одно отделение вот такое большое, хорошее, вот так раз. И с этой стороны... Ой, уйди, собака. И с этой стороны точно так же на магнитике тоже вот такое вот большое хорошее отделение. Получается вот так вот два по бокам, большие. Вот это полностью на всю сумочку. Вот. И то, что еще и сбоку вот здесь вот карманчик, который я... застегнула пока, есть тут он, на нем такая кисточка. То есть тут сам по себе боковой карманчик, если там талончик положить. Ну и центральная часть вот такая вот в центре. Тут тоже вот отделение есть там для мобилочки, допустим. И вот сюда мелкое что-то или ключик положить. И вот такое вот большое отделение еще и в середине. То есть сумка сама хорошая. Если я там под шубу одеваю, черную шубу, белую шапку пушистую, белый пушистый шарфик, вот, кожаные сапожки высокие у меня, и вот такая вот черно-белая сумочка, мохнатая на зиму. Ну, что, ну, корова или кто это, зебра. Но вот это место, где тут была какая-то финтифлюшка, тут след от клея остался. Я нашла вот такую вот, вот такую вот штучку. Сейчас я ее дырочками и туда прицеплю.
И останется только зашить подкладку. Все, и моя ля-ля готова. Вот так вот аккуратненько стараюсь зашить подкладочку. Аж ее распарывала, когда перешивала там все. Ну все, последние штрихи. Вот, дошиваю.